прибежала домой, ничего вроде не хотела готовить вчера, но вытащила кусочек мяса, прям вот небольшой. И у меня как бы на ужин сейчас сделаем. Я пришла, уже поела гречку с тушенкой. Ну, тушенка в гречке, конечно, и не пахнет. Ну, ладно. В общем, у меня два хороших кусочка мяса вот получилось. Вот уже отбила. Помазала перчиком. Перец у меня он с солью. Так что я солить мясо, наверное, не буду. Поджарила на сковородке. Мясо не буду поджариваться. Делаю не в духовке, делаю опять в своей сковородке. Так что сверху у меня не будет корочки. Но зато мясо будет вкусное и ароматное. Наверное, надо прям, знаете, что делать? Вот так вот. Я буду прям на сковородке накладывать и вам показывать. Лука еще. Налить маслица немножко. Хороших пьяных с луком. А это я не поперчила. Что ли? И два маленьких. Огонь прям медленно-медленно делаем. То есть пока поджаривается, ничего страшного. В принципе, все быстро здесь делается. Лук. Вот. Кажется, лук новый яйцо. Тоже можно присолить. Ну и все, мясо больше солить не будем. Я ему делаю сыр. На большие кусочки сыра. У меня только единственный небольшой кусочек сыра. В общем, уже приготовила, так как мы ее под майонезом. Мажем майонезом. Забыла. Помидоры. Остатки, все остатки. Сада. Вот так вот кусочки. Я это уже помыла. Может, заморозить, да? И я, наверное, из расчета сначала одну крабовую палочку, по одной крабовой палочке. Через терку. В общем, это все мешается. И все быстро. Только пришла, говорю прям. Сейчас я, ну, думаю, надо сделать и говорю отдыхать. Все. Что-то как-то очень холодно. Крабовые палочки, конечно, у нас вот какие. Разваливающиеся. Быстренько сразу еще одну крабовую палочку. Пески у меня опять сегодня дело творили. Залезли. Вытащили корм. Пришла корм весь на плите. Можно, конечно, крабовые палочки порезать, но так быстрее. Мы веселые медузы. Мы похожи на арбузы. Смотрели мультик «Маленький ух»? Он все слышал, что творится в космосе, что творится везде. Гош, здравствуй. В общем, крабовые палочки тоже выкладываем сюда. Помидоры тоже можно было с сыром. Мы сейчас крабовые палочки майонезим. Ну, как раз, в общем, две крабовых палочки. У меня вышел на кусочек, на 4 кусочка мяса. И у меня остался прям небольшой кусочек сыра. Но я думаю, тоже нам этого хватит. Можно сыр смешать с крабовым палочкой. Знаете, представляете, даже если у меня в сковородке что-то пригорит, я ее сейчас переставлю на маленькое, то гарью не пахнет. Ох, я устроила здесь тебе стол. Ой-ой-ой. Убегает майонез и крабовый палочек. И сыр. В общем, если не досолено, наверное, можно досолить в процессе еды. В общем, вот. Сейчас я вам покажу. У меня уже не зажаривается. Вот такое у меня мясо. Получилось, мне на этой сковородке прям жарила лук. Сейчас переставлю на медленный-медленный огонь. И на час, ну, минут на 40, конечно, я забуду о нем.
закрываем крышкой и ждем нашего ужина и сделаем быстренько салат, пока яйца варятся. Ой-ой-ой. У меня тут уже крышки сочетают. Пока яйца варятся, я прибираюсь и доделаем салат. В общем, ничего я сегодня себе не, ну, ни из продуктов не покупала. У меня есть что есть. Надо, как одна сказала, женщина из Ютуба, Надейки на истории, сказала, надо меньше ходить в магазин. Как они экономят. Ребят, тоже я ее смотрела. Сейчас пока, у кого много подписчиков, мне смотреть некогда. Ну, уже таких развернутых сильно блогеров, которые смотрела раньше до знакомства с вами. И я сегодня я ничего себе не покупала. Я не 200 рублей перевела на карточку. 150 рублей, 100 рублей я ей даю каждый день на проезд. 150 рублей перевела на проезд. 100 рублей каждый день. Конечно, это мало, но по доходам и расходам. И я себя сегодня решила порадовать, ребят. Думаю, мне продукты не нужны. Как хоть. Вот вчера зашла в магазин, вот только листочек что-то оторванный. Зашла в магазин, вчера посмотрела, была синенькая фиалочка. Но вот это мне очень понравилось. И я себя порадовала. Пусть радует тоже меня. Еще место я ей не нашла. Найду обязательно. Пусть пока стоит, мне надо. Пересаживать я ее пока не буду. Фиалки же не надо трогать. Пусть стоит, но на окошко ставить тоже не буду, потому что у меня прямые солнечные лучи начинаются после 4 часов. Фиалки, я знаю, что солнечных лучей прямых не любят. В общем, меня с радостью, с подарком для себя любимый. В общем, мясо варится, жарится. Вот у меня тут остатки, добавим зелени в салатик. Я возьму немножко крабовых палочек, опять же сделаю немного. Иногда делаю просто крабовые палочки со свежим огурцом. Свежего огурца, к сожалению, нету. Можно, наверное... В общем, не хочу, просто хочу капусту, яичко, крабовые палочки. Все. Кофе хочу. Пью кофе. Как всегда. Вчера притащила с работы халат. Думаю, настираю. Так и не настирала. Сейчас, может, поставлю еще стирать быстренько халат. В общем, крабовые палочки опускаем туда. Капусту я уже пожамкала. Или помяла, как правильно говорят. Тут у меня остатки зелени. Не знаю, завтра надо зайти включаться. А завтра с моим доктором, бывшим Ирочкой, мы собираемся в сад за яблоками. Вот решим, поедем или нет. Но завтра сказали, спишемся. А если поедем, то я прям с работы проеду в сад. Хочу привезти. Хотя мы, вроде я не сказала, что нам надо съездить хотя бы родителям помочь в субботу в сад. На дачу. И может привезем яблок. Ну, в общем, решим все. Но еще решим завтра. Может, поедем с моим доктором за яблоками. На дачу. Вот, сейчас яички сварятся. Поболтать я поболтала. Не вижу ответов на свою загадку, ребята. Ответ я скажу не сегодня опять. Если... Нет, ну я не сюда. Это видео выйдет завтра, блин. Ладно, я на мукбанге. Сегодня будет только мукбанг. Сегодня. Вернее, вчера вы увидели мукбанг, а сегодня только выйдет это видео. Вернее, выйдет завтра. Но это сегодня получается. Все прячу. Все прячу. Пока у меня крабы... Пока варятся яйца, пусть еще минут 5. Я ничего не буду делать. Яйца я сейчас прям сразу почищу, покажу вам. И не ждать. Блин, ну что сказать-то? Ну что сказать? Устроены так люди. В общем, яички у меня довариваются. Сейчас сварится уж, а то вдруг желток будет мягким, салата не пойдет. Взяла два яичка. Пойду-ка я поставлю стирать халат. И потом дочищу яйца, добавлю их в салат. В принципе, все. Мясо вы увидите. Даже 18 числа. А это видео, увидели уже, вернее. А это видео выйдет 19 числа. Поболтать я с вами вчера еще с утра поболтала. Еще 19 с утра поболтаю. Ну, не с утра, завтра рано вставать. В общем, на мукбанге вы увидели уже мой салат, который получился. Все, всех люблю, целую. Значит, забыла сказать рецепт. У меня был небольшой кусочек мяса. Я порезала его на два хороших кусочка и на два поскребыша. Можно мясо обжарить на сковородке, кто пользуется духовкой. Обжарить на сковородке мясо, обжарить на сковородке лук. Лук кладется на обжаренное мясо, слой майонеза, кладется помидорка по две дольки. У меня вышло помидорки на каждый кусочек. Можно слой майонеза, я не стала. На этот слой помидорки где-то из расчета одна крабовая палочка на кусочек мяса. Ну вот так вот, плюс-минус, да, там по чуть-чуть.
У меня вышло, по-моему, 2 крабовых палочки на все 4. Да, 2 крабовых палочки на все 4 куска этого мяса. На мелкой терке трем. Добавляем на помидорку. Смазываем майонезом и тертым сыром. В духовку. Кстати, у кого есть духовки с грилью, делайте с грилью. Я не знаю, как точно, но вы уже знаете, как им пользоваться. У меня мама делает. Это все на гриле. В духовке с грилью. Это получается очень обалденная корочка. Очень вкусно. Мне даже мясо не надо, отдай эту корочку. Так что все, чмоки-чмоки. Увидимся, конечно. С вами ваша Наташа. Всех люблю, целую. Ребят, как и всегда, сижу ночью и с утра. 6 часов встаю, бегу к друзьям. Вот и сегодня, вчера вечером тоже лазила. И утром встала, лазила по друзьям, по всем. Пока-пока.